Приемная комиссия Казанского федерального университета продолжает принимать заявления от абитуриентов. По данным на 16 июля всего в КФУ подано 48 808 заявлений, включая бюджетную контрактную форму обучения. Из них оригиналы документов подали 6 395 абитуриентов, включая бакалавриат, магистратуру, бюджетную контрактную форму обучения. В сегодняшний день четко отметилась тенденция прироста подачи оригиналов документов на магистратуру. Оригиналы своих документов абитуриентов клиенты чаще всего отдают в Институт филологии и межкультурной коммуникации, в Институт международных отношений, а также в Институт управления экономики и финансов. Направления лингвистика, геология и международные отношения сохраняют свое лидерство. Именно сюда поступает больше всего заявлений от абитуриентов. На 9 июля было подано 182 заявления от 100 бальников, из них 32 оригиналов. После назначения приказом ректора Казанского федерального университета новой единовременной стипендии КФУ 100 бальник цифры заметно поменялись. 196 теперь 100 бальников у нас. И оригиналов 40, то есть было 32, теперь 40, то есть на 8 оригиналов у нас уже больше. То есть оригинал свидетельствует о чем? Человек, явно четко свои намерения подавать документы сюда и, значит, поступать сюда. На единовременную выплату могут рассчитывать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также абитуриенты, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Победителям будет выплачена сумма в 100 тысяч рублей, а призерам и 100 бальникам 80 тысяч соответственно. Победители и призеры олимпиад также могут рассчитывать на специальную ежемесячную стипендию в размере 10-4 тысяч рублей. Свои заявления в Казанский университет подали уже 8 призеров заключительного этапа Российской олимпиады школьников. Три из них – это выпускники лицеев Казанского федерального университета. Два из IT-лицея – это по олимпиаде по химии, по астрономии. И один – это лицей имени Лобачевского, олимпиада по информатике. Что касается иностранных абитуриентов, то в качестве отборочных испытаний уже 3556 человек прошли онлайн-тестирование. В социально-образовательной сети КФУ «Буду студентом». Из них подали заявление к нам в Казанский федеральный университет. Это 1561 абитуриент. И из них прислали документы около 381 человека. 26 июля заканчивается прием документов на бакалавриат, а 3 августа уже выйдет первый приказ о зачислении студентов в Казанский федеральный университет. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.